Привет всем любителям хоккея, меня зовут Артем Марченко, и вместе с вами отправимся в прекраснейший город Сочи на берег Черного моря. У нас продолжается финал восьмерых студенческая хоккейная лига. Понятное дело, что, наверное, для многих знатоков студенческой хоккейной лиги вырисовывается однозначный фаворит Политехник, команда, которая в прошлом сезоне стала бронзовым призером СХЛ. Но до этого дважды подряд становилась победителем студенческой хоккейной лиги. Посмотрим, как будет на сей раз. Федеральная территория «Сириус» финал 8. Хоккейная команда «ЮРГУ Политехник» выиграла серию матчей до 2 побед и вышла в полуфинал. Сейчас спортсмены активно тренируются и готовятся к завтрашней игре. У тренерства в первую очередь это ежедневная постоянная работа. Ежедневные тренировки, работа с ребятами, работа тактических моментов, то есть диалог с хоккеистом, то есть это всегда нужно воспринимать и чувствовать его, как, что, в какой момент что-то преподать, какие-то мысли доносить для ребят, слышать их. Вышли в полуфинал, сделали небольшой шаг вперед, остается играть также в полуфинале и забирать кубок в дальнейшем. В первую очередь в финале 8 участвуют лучшие команды России. Это значит быть в списке лучших. В политехнике я пришел год назад, этот сезон для меня стал дебютным. Мне удалось поступить в ЮРГУ. Там я узнал то, что есть команда «Политехник», в которой я очень захотел играть и выигрывать турниры. И в частности, финал 8, первенство СХЛ. Хоккей – это уже моя жизнь. С самого раннего детства каждый день были различные тренировки, выезды, взлеты и падения. Настрой на лучшие эмоции, то чтобы выдать все из себя, каждый момент, каждую игру. Для меня хоккей – это уже неотъемлемая часть жизни. Без хоккея я уже свою жизнь как таковую не представляю. Даже если в будущем мне уже не суждено будет играть в хоккей, я все равно не смогу его отпустить. Здесь момент, шайба в воротах. Вот это да! Ожидали ли вы такого? Проходит Челябинск москвичей, проходят они РЭО. Кто-то из хоккеистов политехники пострадал, и нужна помощь челябинскому хоккеисту. Помогает подняться здесь капитану, да, вот хозяев Владислав Рожков у нас оказался на льду. Да, нелепая, если честно, ситуация произошла. Как бы обычный игровой силовой момент, бывали хуже. Так получилось, что ударился тазом об борт. К сожалению, сам встать не смог. Чуть-чуть всех, так скажем, испугал. Не только кто находился именно в Сочи на арене, а и то в Челябинске я следил за трансляцией. На эмоциональном уровне, я не знаю, это как-то регулярный чемпионат, это
Это, наверное, как-то вот каждая игра у тебя, это как-то вот как будто вот подходит к этому финальному этапу. А вот когда ты сюда приезжаешь, у тебя уже полностью совсем пропадает, ну, у тебя, в принципе, обнуляется уже понимание, что и как должно быть. Вот, и здесь уже, как бы, можно сказать, чуть-чуть иногда голова отключается, и ты просто уже заряжена на победу, у тебя выпадает какая-то твоя личная жизнь из, ну, из, получается, когда ты в игре, у тебя выпадает твоя личная жизнь, и ты вот настроен только на победу и только на позитивные эмоции, ну, и только, чтобы кубок поднять над головой. Делать все политехник, поэтому что осталось считанные секунды на один бросок, только времени хватит. Уже отсчет ведут болельщики, нужно заряжать бросок неточный, и все, сирена, и это победа РЭУ в основное время. 3-2, Москва в финале. Хотели, старались, могли. Не тот соперник, которого нельзя было проходить. Видно досаду, ну что, как говорят, какие жизнь заканчивается. Те эмоции, которые мы прожили, я думаю, у всех останутся на памяти. Претензий по игре нету никому, по самоотдаче. Копаться в себе, покупаемся, что-то работать прямо. Полуфинальной серии команда «Политехник» уступила сопернику со счетом 2-3. Спортсмены не падают духом, ведь впереди битва за третье место. Сегодняшний матч завершился, к сожалению, не с нашим преимуществом. Проиграли 3-2, пустили игру в конце. Завтра будем бороться за третье место и обязательно привезем медали в Челябинск. Конечно, обидно, что проиграли, но все равно все уже думают о завтрашней игре, потому что третье место – это тоже почетно. Я думаю, те позитивные моменты, которые у нас получались, их перенести на завтрашнюю игру, и победа будет за нами. Настало время узнать, кто же заберется на пьедестал. Будем больше о челябинском дерби. Команды, которые очень хорошо знают друг друга, команды, которые встречались далеко не один раз. И о противостоянии этих команд, об их истории последней встречи тоже, конечно, обязательно расскажу. Политехник со счетом 8-3, они забирают третье место. Это просто великолепно. Третий период в исполнении команды Артема Плетнева. Шикарная игра. Классный хоккей. С бронзой все понятно. Yeah.
Мужики, ну, этот турнир показал, какая мы команда, какая мы семья. Каждый друг за друга. Эмоции вот эти все, которые мы отдали, это того стоит. Но я думаю, то, что этого всего не было бы без двух человек. Артём Саныч, Денис Ставич. К концу сочинского турнира весь турнир, самое главное, была игра хоккей на льду. Результаты складывались из-за микромоментов, но игра в хоккей, которую было приятно смотреть, вы ее демонстрировали. То, что было сказано там, в кругу, то, что я вами горжусь. В целом, то, что было сегодня третий период. Я не представляю, откуда вы это взяли. Четвертая игра подряд, такой напряги. Кроме слов восхищения вами, нет никого. Больше нет слов. Антон, еще раз красава, спасибо тебе. Упорный был матч, несмотря на счет 8-3, игра была ноздря в ноздрю до последних минут. Соперник постоянно догонял, и только в конце удалось как бы сделать результаты за дел. У нас очень много с ними игр по сезону, и каждая игра принципиальная, потому что как бы находимся в одном городе, и в одном городе нет две студенческие команды на таком высоком уровне, чтобы заняла третье и четвертое место. Я говорю, каждый раз выходим на игру с Урал-Губком максимально заряженным настроением. Серия чемпионата очень понравилась мне. Были напряженные достаточно игры. Каждая игра приносила огромную кучу эмоций. Ну а в данной игре мы собрали все свои силы в кулак и показали свой уровень хоккея и выиграли эту игру. Выходили биться на каждый матч, все отрабатывали на 100%. Каждый матч был для нас боем. Прогнозы для команды самые радужные, вот даже несмотря на прогнозы для самого себя, прогнозы для команды только самые лучшие. Какого-то исхода, чтобы команда стала слабее, для меня нет понятия. Да. Хорошо, спасибо большое.